подъем, салага! Так не обращаются к офицеру, сержант. Я так обращаюсь к сраному рекруту перед тем, как засадить ему пинка под зад. Тормоз! Отставить, сержант. Чем могу помочь? Где я, черт возьми? Оперативная база Хитроу. Вас привезли с новыми рекрутами. Я похож на нового рекрута? Нет, сэр, никак нет. Меня зовут майор Уильям Кейдж. Я американский офицер. Офицер? Это учебка. Здесь не бывает офицеров. Я разберусь, сержант. Как вы вообще оказались в учебке? Из-за чего? Покер, да? Может, пьянка? Если вы не против, сержант, я хотел бы объяснить это моему начальству в Вашингтоне. Так что дайте мне телефон, и вы что, не в курсе? Мы здесь готовимся к наступлению. Утром мы высадимся во Франции. Вся база под колпаком. Приказ начальства. Никаких знаков. Вы Фаррелл? Так точно. Мастер-сержант Фаррелл. Мастер-сержант. Вы американец? Нет, сэр. Я из Кентукки. Ясно. Что ж, подумайте. Взгляните на меня. Меня подставили. Совершенно ясно, что мне здесь не место. Так что прошу, сержант. Наверняка есть способ сделать звонок. Я вас позабочусь, сэр. Спасибо. Прошу за мной. А из какого вы города в Кентукки? Из небольшого городка Сайнс-Хилл, слыхали? Теперь да. Ну а вы? Откуда вы? Крэнбери, Нью-Джерси. Там что, клюкву выращивают? Томаты. Лучшие в мире. Тогда почему Крэнбери? Ну, а почему Сайнс-Хилл? Не знаю, мне плевать. После вас. Там ведь нет телефона, да, сержант? Конечно, нет. Единственный раз вы сказали правду, когда назвали свое имя. Здесь сказано, вы дезертир. И что вас поймали, когда вы выдавали себя за офицера. Что вы попытаетесь сделать звонок и даже можете поставить под угрозу всю эту операцию. Лишь бы не участвовать в завтрашнем сражении. Но этому не бывать. Никогда. Рядовой Кейдж. Заколебала эта подготовка. Звуки – ужасная вещь. К вечеру все эти люди придут к единому мнению, что ты трус и лжец, ставящий свою жизнь выше их. Но у тебя еще есть шанс, рядовой. Ты сможешь исправиться во время битвы. Бой искупает все грехи. Это испытание, в котором закаляются настоящие герои. Во время боя все равны, у всех одно звание. И не важно, каким ничтожеством ты был до его начала. Идет! Взвод! Перед вами рядовой Кейдж. Рядовой Кейдж, это взвод Джей. Это что, офицерская форма? Это не офицерские запонки. Я смотрю, у вас сегодня было продуктивное утро. Мне чертовски приятно осознавать, что солдаты вашего калибра завтра поведут всех за собой. На кончике копья, на острие ножа. Да чтоб мне сдохнуть. А, черт. Рядовой Киммел, что я думаю об азартных играх в казарме? Вы их не любите, сержант. Нэнс, а почему я не люблю их? Это создает впечатление, что исход боя зависит не от нас. И какая у меня позиция относительно судьбы? Хором? Подготовка и дисциплина делают нас хозяевами судьбы.